Прикольно. Это круто. Космос просто. Но я на самом деле ожидал именно это и получил именно это. Вот так сделали. Вот он. Бурнул. Простреливает, да. Да. Прикольно. Кайф. Выключаем. Ой, как. Как круто. А причем на холостые. Да, вообще, да. Вот в любой момент можно включать и выключать. Это как раз достоинство, да, этой системы. То есть, если многие ставят там под капот, и она включается только после того, как там машина завелась. Тут вообще в любой момент. То есть выключена машина, все равно заслонка откроется, закроется. Как звук? Просто шикарный. Вот я включаю сейчас и чувствую это так здорово. Слушай, на самом деле точно ожидал вот такое, но думал, сделайте. Очень круто получилось. Спасибо большое. Единственный момент, сразу говорю, из-за того, что машина, ну, как бы мощь звука, да, в салоне, нужно немножко попривыкать на открытой заслонке. Соответственно, на дальние расстояния понятное дело, что только закрытая заслонка, но на открытой заслонке можно наваливать в городе вообще по кайфу. Иногда чуть-чуть, ну, необходимо будет привыкнуть. Ну, это в самом начале. Ну, слышно, это понятное дело. Потому что, блин, на улице это будет вообще разрывно. Вот с этого момента попаду. Мы сейчас выйдем, разочек дадим прям конкретно. Да. Ну что, я очень доволен, спасибо большое, очень-очень круто. И глушители выглядят прекрасно, а звук шикарный, И открытые заслонки дымит все из насадок. Да, 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 заметил. Вот в чем фишка. Тема, это очень важно, да. Она очень злая какая-то, просто здорово. Да. Эмоции, я сейчас буду ехать до дома, а до дома ехать долго. И можно выиграть, прям... включать, выключать. Точно, точно попробую все. Вот, кстати, а я еду через тоннель, да, поэтому... Тоннель там адский будет. Поэтому будет очень интересно. Да, спасибо вам большое еще раз, класс. Все, рады стараться, удовольствие от звука выхода. Да, супер.